Как и положено у творческих людей, открытия внезапно нарушают планы. Именно так и случилось с персональной выставкой Татьяны Серебряковой. Несмотря на то, что график выставок уже расписан на год вперед, художница своим талантом поменяла планы сотрудников художественного музея. Я пошел на выставку в Нижнем Новгороде. Открылась выставка «Большая Волга», которая проходит раз в 5 лет. В нашем городе она тоже была, но это было в 2008 году. Вот, три этажа. Я один этаж прошел, второй, и вдруг увидел вот эту работу и вот этот триптих. И прямо там, в музее в Нижегородском, я дал себе клятву. Себе не прощу, если ее произведение не появится в Новочебоксарском музее. На выставке представлены все жанры живописи – портрет, натюрморт, пейзаж и тематическая картина. В экспозицию вошло более 30 живописных полотна. Особенно ценно современное звучание ее произведений, неравнодушный взгляд молодого творца на события, истории и сегодняшнего дня. Важное место в ее творчестве занимает тема Великой Отечественной войны, триптих «Хлеб войны» и серии «Березки войны». Я вот как прихожу на работу, я иду в этот зал. Душа очищается. Хочется быть лучше. Вспоминаешь своих родителей, прародителей. Вспоминаешь события из детства. И всегда думаешь о будущем. Вот увидев эти произведения, в душе начинается бурление. И я был огорошен, какое впечатление они произвели на меня, эти произведения Татьяны. Я ее не знал. Читаю «Чебоксары». Персональная выставка Татьяны Серебряковой продлится в художественном музее до 2 октября. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.